Два Майдана на одной площади. У памятника Шевченко в Донецке собрались сторонники и противники евроинтеграции Украины. Акции прошли мирно, провокаций и скандалов не было. Тех, кто выступал против подписания соглашения с ЕС, было около 30 человек. Это представители различных общественных объединений и организаций. Они призывали не разрушать и не раскалывать страну, а также высказывались против однополых связей. Мы не хотим, чтобы сегодня развалилась Украина. Мы за то, чтобы западные и восточные представители нашего государства пожимали друг другу руку, обнимали, желали здоровья. Они искали прецеденты для того, чтобы внести раздор в наши семьи, что может привести к кровопролитию. Мы только за то, чтобы отстоять мир, чтобы отстоять замечательные традиции украинского народа. Мы против Евромайдана, который ведет... В данной ситуации мы выступаем против гомосексуализма, против сексуальных меньшинств, которая будет как одной из негативных частей этого явления.